Среди белогорцев продолжает силовую. И даже он усложняет. Да что ж такое? Не ладится, не ладится у «Зенита», но одной рукой все-таки эту передачку Игорь Кобзарь для Мэтью Андерсона достал. Страшно важна подача. Одной рукой вот так принимает Мэтью Андерсон, переходящий мяч в итоге. И Андерсон не оставляет шансов Антону Семышеву. 19-13. Напомню, в первом сете «Зенит» уступил 15-25. Воронков принимает, Андерсон в атаке и забивает. Да. Ну, Ковалев блестяще, спиной к Андерсону. Соколов. Воронков принимает его подачу. Андерсон. Первый грудью. В защите. Семышев издалека. Гребенников в защите. Андерсон на одиночном. Забивает. Да, послушайте стадион. В чемпионате. И посмотрите, как играют. Да, и как играют, да, и как реагируют. Гребенников на приеме. Первый темп Якутина. Еще одна атака будет у «Зенита». Андерсон. И здесь мяч подняли. Нет, не подняли. Мяч коснулся пола прежде ноги Цветана Соколова. Женя Гребенников на приеме. Андерсон. Ну, вот так. От души, что называется, со всей спортивной злостью вложил в эту атаку. Весь негатив Мэтью Андерсон. Прежде всего, сам, на самих себя, я думаю. Игорь Кобзарь, 13-8. Не самый удачный прием Дениса Богдана, и Мэтью Андерсон наказывает «Динамо». Плюс 6 у «Зенита» в середине третьего сета, 14-8. Процент поувереннее стали чувствовать себя москвичи. Еще одна хорошая подача Белогорцева. Воронков справляется с приемом. Андерсон, 18-10. Гребенников на приеме. Андерсон. 17-13. Ну что ж, развязка четвертого сета все ближе. Пока что у «Динамо» не получается подобраться. И поэтому так заряжен Игорь Кобзарь и в атаке, и в защите, и в подаче, и в приеме. Подлесных не получается пробиться. Из руки блокирующих. Аккуратная скидка Воронкова. Подстраховал Панков. Вот сегодня Павел очень хорош на подстраховке. И здесь играет. Но почему встали-то? Оставили этот мяч в игре в итоге Подлесных. Но Павел Панков, сыграв ногой, вот прям так смотрел и прикрикнул даже. Почему все стоят? Мяч не коснулся пола. Прекрасный розыгрыш. Гребенников принял грудью. Попадает Андерсон под самую лицевую. 21-17. Обратная замена у «Динамо». Андерсон, по-моему, больше всех сегодня принял подач. Ну, я думаю, Мэтту этот показатель абсолютно не важен. Панков не добежал. 7-13. Улыбается капитан московского «Динамо» у Антона. 55-й пока не случился. Женя Гребенников этому поспособствовал. А Мэтью Андерсон набирает, наконец-таки, очко в атаке. 10-8. Уверен, что после таких пяти сетовых игр, как предыдущие, потом малоприятные ощущения испытывает Игорь, но сражается за команду, невзирая на все трудности. 2-1 здесь «Зенит» повел. Принимает Егор Клюка. Андерсон, 14-12. Вот пока не так заметны доигровщики «Зенит». Девятый номер москвичей. Клюка на приеме. Полетаев защищается после атаки Соколова. Ну а здесь Мэтью Андерсон на этот раз без заступа. Сравнивает счет 19-19. Принимает Гребенников. Первый темп Космина заблокирован Белогорцевым. Полетаев. И здесь подняли мяч москвичи усилиями Павла Панкова и Лаури Керменина. И вновь заблокирован первый темп Космина. Меняет направление атаки Кобзарь. И Мэтью Андерсон играет блокаут. 21-22.
улыбается Мэтт. Туда же Андерсон принял с горем пополам и скинул. Но здесь, конечно, преимущество в росте. За Мэттом Павлу Панкова 198 сантиметров. У Мэттью Андерсона 2.02, но плюс прыжок, рука. Семушев на приеме. Подлесных еще раз так же хотел скинуть, не получилось. Хорошую понемногу. Третье очко подряд набирает «Зенит». 8-12, но вот это уже интересней. На подаче Гребенников. Доводка не самая лучшая, снова без первого темпа остались зенитовцы. Но Мэттью Андерсон из доигровки 19 очко для своей команды добывает. Выступал этот парень совсем недавно. Сложный эпизод, и Соколов от блока отыгрывается. Будет еще одна попытка на тройном блоке. И есть шанс у Мэтта. Есть шанс у Мэттью Андерсона. 23-24. Выдыхаю вместе с болельщиками «Зенита». Мэттью Андерсон здесь вселяет уверенность в Тимофея Тихонова. Ну, не представляю, что чувствует молодой. Воронков легко принял этот мяч и... Андерсон. Да, в атаке Андерсон и забивает. Европейские мастера, да, мирового класса мастера. А сейчас Гребенников перевел мяч. Еще раз он... защиты блестяще. А Андерсон очень хитрым обманным ударом выигрывает. Ну, там мяч. Был такой блок, ему только так можно было сейчас переиграть его. Меняет направление, но в этом направлении Егор Клюка справляется, и Андерсон в атаке. Андерсон хорош. Воронков принимает этот мяч, и в атаке Мэттью Андерсон и забивает. Стык между блокирующими в шестую зону. Все, хороший удар. Сложно было среагировать. Силовая. Гребенников с трудом принимает. И Андерсон на тройном. И забивает Андерсон. 25-22. Матч продолжается. 7 очков у Цветана Соколова. В данной минуте 2-2 у нас во втором сете. Андерсон. Трос немножечко изменил направление полета мяча. И Лаури Керминин хоть и подстроился, но оставить его в игре не смог. 3-2.